Современные технологии не всегда помогают жизни. Представьте, бизнесмена вызвали в налоговую. Здрасте. Здрасте. Вы указали в декларации, что у вас доход 10 тысяч. Ну а что там, что-то не сходится, что ли? С Инстаграмом вашим это не сходится. В смысле? Ну, например, откуда у вас деньги вот на такой автомобиль? А, так это такси за мной такое приехало. Видите, желтое? У меня-то откуда деньги на такую машину? Да, а это тогда что? Так и тут немного. Это я еще по 35 брал. Да. И вообще я человек скромный, из Воронежа не выезжаю. Ну, прям вообще не выезжаете. Просто Воронеж у нас бурно развивается, знаете, такой хороший город сейчас. Вы что, меня за дурака держите? Уже нет. Как вы попали на обложку этого журнала? Просто я фотогеничный. Там написано «Самый богатый человек в стране». Ну, не написано же в какой, может, Зимбабве, ну, я не знаю. Чего вы мне голову морочите? А чего вы мне сердце останавливаете? А вот это? Ну, это я решил на лодке по речке покататься. На лодке по речке? В Турции, в отеле. Да, в Турции, в отеле? В плавучем отеле, просто такой новый отель. Вы реально думаете, я поверю во всю эту чушь? А что со мной будет тогда? Для начала я лайкну все ваши фотографии, а потом репостну в прокуратуру. О, а может, мы как-нибудь договоримся? Пожалуйста. Чтобы быть счастливым, нужно уметь делиться счастьем с другими. А кто это сказал? Франклин, причем очень много тысяч раз. Ну, может быть, это сказал Линкольн? Нет, Франклин. Ну, может, хотя бы Вашингтон? Нет.